На Кубани юные пассажиры смогут зарегистрировать на рейс игрушки. Правда, отдельное место плюшевому чуду не выделят. Теперь ребятня может не расставаться со своим любимым синтепоновым другом на время полета. На всех аэровокзалах Краснодарского края для маленьких пассажиров ввели новую услугу – регистрацию игрушек. Новшество появилось в аэропортах Анапы, Краснодара и Сочи. Ранее подобного ни в одном городе России не было. Услуга для всех, независимо от стоимости билетов, абсолютно бесплатная. Ввели ее прежде всего для удобства пассажиров.